интернета, мне кажется, это люди, которые оставили за собой след в интернете, и поклонники могут рассказать, что происходило с их видеостраницами в годах, которые уже прошли. Это люди с историей. Сегодня в гостях у нас был Рома Желудь, а мы задавали ему личные вопросы. Мы подбирали девушку. Сам процесс подбора был веселый, потому что он выбрал мне очень смешные глаза. Ну, тогда вперед, начнем мы с самого главного, с носа. А, нет, с глаз. Самого главного, это нос. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый вариант. Итак. Ну, конечно, третий. Третий? Да. Третий. Безусловно. Ну, мы обсуждали татуировки, например, мы предлагали Роме Желудю набить пару интересных вариантов. Здесь чуть масштабнее все, чем на YouTube. Это не формат, когда ты снимаешь на какой-то стене, на каком-то фоне, а здесь зрители, и, ну, более живое все. Я бы тоже хотел сделать свое реалити-шоу какое-нибудь такое. То есть программу полностью построить, сам декорации. Сейчас мы увидим девушку с идеальными тянами. Сейчас мы увидим девушку красивую, но с убитыми глазами. Вполне возможно. Смотрите «Герои интернета» на канале «Перец». «Герои интернета». Премьера в субботу в 23:00 на «Перце».